Тихо. Если мне подперли дорогу, то можно попробовать сделать, знаете как? Ой. Ну все, я получил чисто случайно урона. Я просто не видел из-за того, что он собрался меня атаковать. Идите. Так. Ай, блин. Короче, я хотел перепрыгнуть его просто, но получил, блин, урон. Мне, ну, стоит этот, короче, будь аккуратнее, потому что вот эта полоска здоровья мне на два этапа должно хватить. У Каэда здоровье никак не восстанавливается, кроме как аптечек. А мне сейчас еще с финальным боссом сражаться. Все-таки думаю, для Каэда это как босс считается. Так, ладно, я сохраняться не буду, потому что если я вдруг погибну или много слишком урона мне нанесут, лучше с самого начала экономить, потому что я там чисто случайно получил урон в обоих ситуациях. В одной ситуации я просто не видел то, что вот этот вот здоровяк пытается меня атаковать, а вот во второй ситуации я просто пытался перепрыгнуть через врага, но не на все кнопки нажал. Да блин! Короче... Ой-ой-ой. Вот еще урон получил случайно. Чем больше я урона получаю сейчас, тем сложнее мне будет в будущем. Ой, блин, зачем? Ну ладно. Я же ее не использовал, так? Там вроде нельзя использовать, но про подбирать ничего не говорилось. Так, посмотрим, как я сражусь с финальным боссом. Если удачно и я не потрачу нисколько здоровья, то, в принципе, мне этого здоровья хватит. Если я получу сейчас хоть где-нибудь урон, то мне, скорее всего, лучше загрузиться, потому что... Я второй этап не смогу пройти. Ну там, по идее, мне сражаться ни с кем не нужно будет. Там просто пробежать надо будет аккуратно. Так, не то. Блин, не то. Ну ладно, можно попытаться. Но потом мне просто перепроходить придется много. Я, блин, пробегал и урона почти не получал. Я урон только получал на финальной стадии. На этот раз я просто что-то как-то более уверенно себя повел. Тогда-то я пробегал аккуратнее. Вот так вот надо было просто пробежать в прошлый раз и все. А я попытался перепрыгнуть. Ну ладно, давайте сохранимся. Так, тихо. Кстати, вот не знаю, у меня, короче, там я могу взять один предмет, который воскресит меня после смерти. Это не считается травой, и это не считается аптечкой. Но вопрос. Если я его использую, я получу достижение, или мне его тоже как бы нельзя использовать? Если я хочу получить достижение. Так, подожди. А. Да, это тот самый сундук. Который неважно как. Короче, лево-лево, право-право. Самое главное, в середине один раз падение, а дальше уже не имеет значения никак. Тихо. Так, а вот сейчас будет финальное сражение. Для Кай... Ой.
И опять катсцена. ちょっと待ってて、今助けるわ。あなた、楓さんね。様の助が昔手紙に書いてきたことがあるの。楓という忍びと一緒に旅をしているって。もしやあなた様は。 私も、サマノスケと一緒にあちこち旅をしてみたい。雪姫様。楓さん、あなたが羨ましい。きっとできます。 Так, нам нужно будет, короче, стоять в блоке постоянно, чтобы он по нам случайно урон не смог нанести. Дело в том, что как только он нас ударит, нас как бы станет ненадолго, и он уже уходит в инвиз, и мы уже не можем атаковать. Мы можем атаковать только в том случае, если он промажет там нам. Короче, будем играть более сейвово, я бы сказал. Вот он. Так, аккуратно. Так вот. А. Отлично. И он сразу атакует. Есть. И все, он ушел вниз. И вот он почти по нам попал. Так, аккуратно. Я лучше буду блочить атаки, чтобы случайно урон не получить. Конечно, в момент появления мы можем опередить его и попасть по нему первыми, тогда он не сможет по нам урон нанести. Но шанс попадания меньше 50%. Скорее он нам урон нанесет, чем мы ему. Так, а вот с этим Самоноски будет сложнее сражаться. Так и у нас еще и здоровья мало. А он блочит, блин. И у нас маны мало. У нас не все мечи заряжены на максимум. Так, допустим, сейчас нам нужно прокачать... До третьего уровня шар огня. Нам не хватит опыта. Нам реально не хватит опыта. Блин. Капец. А, не, у нас все на максимуме все. Так, давайте сохранимся. Вот с Самоноски мы уже не получим больше. Здоровья. Если мы перепройдем. Там в любом случае я урон получу. Вот от этих дурацких щупалец. Так, со своим двойником будет сложнее сражаться, но можно, короче, блочить его и ждать, пока он нас атакует. Когда он атакует, у него есть небольшое окно для нанесения урона. Ах ты ж козёл. Ах ты ж... Да тихо, поменяй ты. Ты что творишь? Ах ты ж. Короче, я неудачно просто в него огнем стрельнул. Вот просто неудачно огнем стрельнул в начале. Промахнулся, как? Я же специально сделал так, чтобы я навелся на него. Ну ладно, сейчас попробуем еще снова. Давайте сразу начнем с воздуха.
с воздушной стихией. Вот, блин, и самое главное, вот, вот эту сцену нельзя пропускать. Надо более сывого играть. Из него выпадет только в конце, когда мы его победим. Здоровье. Немного. Не знаю, мне даже, наверное, вылечиться до конца не хватит. Аккуратно. О, кстати, подождите. Ах ты ж... Так, аккуратно. Да тихо ты. Ах ты ж козёл. Да ты задал... Блин. Вот этот дебильный блок, короче. Короче, ладно. Будем более аккуратно играть. Это вот все вот эти вот, блин, дурацкие щупальца, которые мне здоровье поснимали до того, как я до сюда пришел. Пришел бы тот этап без потери, то здесь было бы намного легче сражаться. Кстати, я понял прикол, как нам ману можно восстановить. Блин, у нас огонь. Да ё-мо... И он, кстати, защитился, это нечестно. Да... Я просто магию хотел кастануть. Он такой... Ай, блин. Да хватит. Да ты козёл. Да ё-моё! И мне опять эту дурацкую катсцену смотреть. Всё-таки они что-то какую-то тупость сделали. Меня вот бесит то, что он вот в вечном блоке находится. Он любую атаку мою блочит. Нужно маленькое окно. Просто караулить, когда можно будет ему урон нанести. Но при этом, пока я пытаюсь кастовать заклинание, он может по мне урон нанести. А без заклинания его почти невозможно убить. Вот, опять. Короче, все так же, как в прошлый раз. Ну ты даешь. Да хватит! Да хватит! Че, нам атаку ждать? Тихо. Да ё-моё! Это вот проблема в дурацкой камере. Почему я не вижу, что там у меня за спиной происходит? Но если я ману не соберу, она исчезнет, и я снова атаковать не смогу его. Это тупизм, блин. Это дурацкий тупизм. Не думал то, что я застряну на этом боссе. Он даже, наверное, сложнее, чем финальный босс. Что-то я про него вообще не подумал. Блин, где логика? Его можно атаковать только в тот момент, когда он, короче, кастует заклинание. Но при этом, если я вдруг, случайно, прожму на одну секунду позже, он по мне урон нанесет, а я по нему нет. Ладно.
Да ё-моё, вот! Ах ты ж козёл. Тихо. Да ё-моё, ну хватит! Говнюк. Вот неудачная камера, блин. Вот камера реально неудачно тут стоит. Хотя бы сделали так, чтобы я видел бы всю арену полностью вот эту вот. И камера не меняла бы свое месторасположение. Так было бы проще. Я не вижу, что у меня вот за пределами камеры происходит. И он, блин, вот один раз он меня ударил, все. Я не могу блокировать, он меня два или три раза ударит. А у меня так здоровья мало. А лечиться я не могу, потому что дурацкое... Это как его... Испытание. Сделали бы они бы, как сказать, чтобы можно хоть где-нибудь было подлечиться. Смотрите, вот тупость. Он сейчас меня так бесконечно будет бить. Вот опять камера поменяла свое месторасположение. Так, я не могу в блок уйти. То есть оружие поменять. Я в блок ушел. Он заблочил. Ты чтоб тебя. Ах ты ж козел. Он слишком далеко отходит. Ах ты ж... Говнюк. Не вижу. Тихо. Отлично. Надо было сразу так играть. Во-первых, нужно сделать так, чтобы камера не меняла свое месторасположение. Потому что в этот момент, пока когда камера меняется, ты можешь не сориентироваться и получить урон лишний. Ладно, хоть здоровье мне восстановили. На максимум. Так, кстати, смотрите, прикол. Уходим. И можно подобрать этот, как его, камень здоровья. Так, сейчас нам просто необходимо сохранить... А, давайте мы сюда сразу эту дурацкую катсцену посмотрим, что потом... Стоп. Короче, знаете, в чем прикол? Я забыл подобрать вот эту вот пластинку. Зловещую пластинку, или как она там называется. Вот она вот здесь находится. О, блин. Я думал, здесь аптечка находится. Я не просто не помню, где какие предметы находятся.
Блин, как я не хочу с ней сражаться? Я, кстати, хотел видео обновить, но не получилось. Ну сейчас, короче, катсцена закончится. Самоноске, это... Нанька, так, ладно. Так, все отлично, теперь он записывается в новый видеофайл. Когда видеофайлы тоже слишком много весят, они тоже могут забарковаться, сломаться, лагать начать. Ой, блин, кстати, я забыл, надо было пофармить немного душ. Да блин, отстань. Нет, все, отвали. Я не хочу уйти с тобой сражаться. Вот, то есть у тебя на арене сражаться, потому что я не могу восстанавливать здоровье. Мне аптечки недоступны, к сожалению. Блин. Даже первый этот не хватает, чтобы прокачать. Так, нам громил надо. Кстати, мана меньше всего тратится. Ну, то есть, меньше начала тратиться. Не меньше всего, а меньше тратиться начала. Ах ты ж. Так, хорошо. Так, прокачать пока один шар у меня хватит опыта. А, выгоднее всего сражаться с громилами, за них опыта больше дают. Так, дальше, короче, я пробегусь. И посмотрим, там сколько не будет хватать, я потом нафармлю. Пока что не буду фармить. Потому что там будет целых 4 громилы, и за них тоже дадут очень много опыта. Так, даже 4 громила это будет как типа мини-босс. Хотя может... Нет, это мини-босс. Боссом его назвать еще нельзя. Но на своем пути вот громил мы будем убивать. Если у нас мана будет. Пока мана есть, будем убивать громил. Так, вот здесь вот... А, нет. Чувак, разбирайся сам. Мне некогда. Я этот мир спасаю. От вторжения демонов.
Так, сюда нам заходить не обязательно. Там просто будет ружье. Ой, тихо. Так, тихо. Да ё-моё, ты что творишь? Дурацкие лучники. Да хватит. Зануда. Так, направо нам не нужно бежать. Там тупик. Так, вот здесь нам тоже как бы нежелательно тратить. Так. Сохраняемся. Нежелательно тратить ману до определенного момента. А именно, как раз таки до того босса, мини-босса. С тремя громилами. Так, по возможности уменьшаем количество врагов. О, отлично. Мне еще и здоровье восстанавливают. Но вы щедрые. Я не ожидал то, что мне здоровье восстановит. Это хорошо. Так вот, эти четверо громил. Ну, мелочь-то я очень быстро. Ой! Не ожидал, не ожидал. Так, тихо, опыт восстанавливаем. Ой, то есть этот. Опыт собираем. Может быть, второй восстановится. Ай! Чё-то мне маны не хватило. А в моих задумках было кое-что другое. Тихо. Мне прям реально мана чутка не хватило. Вы чё, издеваетесь, что ли? Блин. Ой-ой-ой. Слушайте, а я ману просто не до конца восстановил, да? Слушайте, реально ману не до конца восстановил? Почему у меня маны не хватило? Я два удара должен был сделать, а не один. Так, стоп. А, я, наверное, один раз промахнулся. Я что-то не обратил внимания, я, походу... Все-таки, да, я использовал, скорее всего... Этот... Ладно, хорошо, на этот раз будем более аккуратно вести себя. Нам как можно больше урона надо нанести сразу практически. На этот раз мне здоровье меньше дают. Жадные, блин. Да, мне на этот раз здоровье восстановить не захотели. Ты в прошлый раз с полным здоровьем не справился, так что давай на тебе на этот раз меньше здоровья. А, так подождите, я понял, в чем прикол. Тихо! Нет. Аккуратно. Да ё-моё, хватит! Дай я пройду. Дай я уйду! Я из-за вас! Все, можно начинать сначала. Я из-за вас слишком много душ потратил.